Вот, в общем, песня называется «Сон о птицах». Она была написана за 15 минут. Я посмотрела на фото, такая... Ни слова больше. И отправила девочке. А девочка пропала. Но она же знает, что месяц исполнения заказа. Она уехала, когда выходные были. Ну чё, всё хорошо? И возвращается такая... Офигеть, записываем. В общем, так тоже бывает. Но редко, но бывает. Просыпаюсь, когда вижу этот сон, в чужой земле одна за дюжину границ, где солнце медленно целует горизонт и пробуждает в людях взгляды хищных птиц. Они зрачками уцепились за закат и, не мигая, смотрят в пламя, как на дичь. Я слышу птичьи голоса, они кричат, а я пытаюсь, но не в силах их постичь. Я просыпаюсь, когда вижу этот взгляд, который выхватил в толпе мой интерес. Глаза в глаза и утихает сухаря, вдруг понимаю, родились они не здесь. И в криках чаечек звенит забытый дом, их вечный зов, святые поиски себя. Их птичьи души вечно манит горизонт, но их никто не понимает, только я. Вот солнце заново цепляется за край, но я пытаюсь удержаться в этом сне. И я машу руками, я кричу, взлетая, остаются только тени на земле. И несмотря на дюжину границ, я сквозь дремоту слышу гомон птичьих стай. Я разбираю лишь спасибо и прощаюсь птичьих криков стаи человечьих лиц.